Всем привет, с вами Джон Кобра, и сегодня я поиграю в игру под названием SWAT Simulator. Вот эта игра довольно прикольная. Это игра о том, как мы должны стать спецназом и победить всех протестующих, грабителей, ну и, короче, заниматься делами обычного спецназовца. Сейчас мы едем на задание, да? Опа! Все, слезаем. Нам, мы слезли. Опа. Давай. Убиваем вот этого гада. Кто здесь еще есть такой злой? Вот здесь еще, да? Нам. Опа. Ну все, делаем десант. Нам. Освобождаем мирного жителя, конечно же, в первую очередь. Давайте, убиваем вот этого. Гасим просто его. Так, что у нас теперь еще? Мы сейчас вообще в каком-то офисе находимся, который... этот офис захватили какие-то бандиты. Ну, все какие-то вообще... очень странные чипы. И которые хотят тут что-то натворить. Не очень хорошее нам... Что они здесь? Они могли где-то здесь бомбы оставить, да. Убиваем. Давайте. Так. Задание наше. Победить всех, мне кажется. Преступников здесь. Да. У меня, кстати, уже ранг 3. Довольно неплохо. Да. Они, конечно, какие-то нубики. Вообще не умеют стрелять. Блин. Фраг забрали. Кто здесь? А, вот здесь. С вас освобождаем, конечно же, этого жителя. Ой, ну не жителя, а работника, блин. Извините, конечно, но просто... У нас сегодня в школе было столько контрольных, что уже все. Язык заплетается и все в этом роде. Нам. Поэтому... Как-то так. Себе. О, теперь понятно, как они попали. Быстрее. Ты, короче, тот пацан пусть справляется, а мы в этот момент обезвредим бомбу. Потому что обезвредить бомбу — это самое главное, мне кажется. Если не обезвредить бомбу, она может в любой момент рвануть, и тогда все здание просто взорвется. Нам. Не хотелось бы, чтобы это произошло. Нам. У него граната? Нам опасно. О, ну жесть просто. Видели, как оно летело? Нам, вообще. Интересно, ты какой этаж? А, ну вот мы выполнили главную задачу, наша была обезвредить бомбу. Мы ее выполнили. И чё? Пойдемте на плац, наверное, сейчас у нас будет какая-то тренировка. Без нас же должен всегда себя держать в форме, а то вдруг что-то произойдет. Ставим вот так вот в линию. На... Чтоб, ну, типа, как настоящий спецназ нам. И мы начинаем приседать. И у нас в этот момент кончается уровень. Мы уже специалисты. Да, круто. Опа. Ну, прикольно. Левый, правый. Вообще, видите, как я высоко подлетаю. Нам. Тренируем прыжки. И у нас сейчас линия препятствий, да. Прикольно. Прикольно, что в этом режиме все так анимирован. Конечно, да. Этот режим уже не тот, который был раньше. Сейчас в него играет уже не так много людей, как в самом начале. Наверное, потому что разрабы все же забросили режим и не создают новых обновлений. Нам. И вот такие вот баги тоже мешают. Очень даже сильно. Что за 500 XP? А, ну это за робуктики. Ну, понятно. И кому надо будет, тот купит. А что здесь есть? Здесь есть магазинчик. Сейчас мы допройдем тренировку. Ну ладно, все. Мы допрошли тренировку и просто вот так стреляем сюда. И просто фармим. Давай. Просто валим всех. Да. И так как спешку фармим. Блин. Мне кажется, это незаконно. Это разве законно, я спрашиваю?
так брать и беспределить. Просто подходить вплотную к мишеням. Ну как научиться стрелять, если так подходит к мишеням? Ну это, конечно, да, вот баг. Этот баг не пофиксили. С того момента, когда я еще давным-давно играл. Нам. Блин, обидно. Конечно, да. Людей стало на серваке много и уже только тебе не получается пофармиться. Ладно. Что у нас здесь? Нам надо залезть, короче. Конечно же, залазим. И чё, и слезть, да? Да. О, да, прикольно. Еще бы мы бы не падали каждый раз, вообще все было бы топово. О, у нас уже 4-й раунд, как круто вообще. 4-й раунд. Мы прикольно так спускаемся. Опа, первый раз все нормально произошло. Я так рад вообще этому, что наконец-то мы не падаем, наверное, потому что у нас уже большой раунд. Мы уже специалисты, да? Нет, не поэтому. Да, что тут у нас? О, митингующий, ну чё, пойдемте, наваляем. Давайте, встаем в линию для обороны. Вот так вот. Стоять! Это полиция! Никаких мятежей, никаких ничего. Стоять! Бой! Валим, валим, валим. Что за фигня? Куда вы побежали? Никаких митингов. Чё, у них какие-то таблички очень странные. Нам. Я не знаю, что у них обозначено. Ну что-то там с нубами связано, да? Я не смог прочитать, извините. Блин, что за баги? Багаюзеры, блин. Нам. Никаких нубов, типа. Или что, по что-то в этом роде. Он вообще реально читербу. Ну все, их валят просто. Давайте. Забиваем их. Ну все, и вот там тоже забили. Нам. А мы. А, он типа лидер. Только он может типа обезвреживать нам вот эту фигню. Понятно. Но мы пока посмотрим, что здесь есть вообще в магазине. Ну вот, скин. Хочу себе какой-нибудь скин. Красивый. Но они какие-то все вообще жесткие, дорогие. Кстати, там у нас какие-то были открытые скины, потому что у нас уже 4-й же уровень, да? Давайте вот так отмотаем, да. Вот. Даун. И вот. Теперь мы уже реально спецназ. Только нам нужна маска. Ну, вот это вот. Все. Теперь мы настоящий спецназовец, нам. Теперь мы точно никого не боимся. Мы так... И мы французский спецназ. Да. Интересно, здесь есть русский спецназ? Это не просто... Кстати, стоп. Это похожая форма. Да, это ФСБ, точно. Реальный ФСБ. Нам. Устанавливаем взрывчатку. Подходим. И мы... Штурмуем какой-то особняк. Ой-ой-ой. Нам. Особнячок, особнячок, да. Особнячок какого-то террориуги, да. Каких-то исламистов. Ну ничего, мы со всеми справляемся вообще просто легко, да. Там кто-то бегает, да. А, не... а, это голова бегает. А я думал, типа, овраг. Так. Ой, сколько вас тут. На, отхватывай, отхватывай. Ну и, конечно, там. Методика какая-то стрельбы так себе. И как-то они тоже сами ведут себя не актив, просто расстреливают. Может, они просто такие, не знаю, их так обучили, что они так сражаются. Хотя, не знаю. Кто их вообще знает? Это ж террористы вообще. Давай. Ай, ой, блин, жесть. Там их слишком много. Давайте сначала будем разбираться с теми, кто на дворе находится. Да. Вот, какой-то враг с пулеметиком тут встал. Ну, мы его тоже вообще просто загасили. И сейчас
мы входим в здание. Надхват. Ой, блин. Сколько здесь террариук, сколько здесь их. Нам. Нашего главаря убили. Он что-то вообще как-то так себе играет. Ладно. Пойдемте зачищать эту дверку. Да. Все, готовьтесь. 3, 2, 1. Погнали. Да. Вот они тут заложника держат. Давайте. Отстреливаем бандюганов. Да. Самое, чтобы... Главное, чтобы нас не убили. Конечно, я не знаю, как с такими... Что делать так, чтобы тебя убили? Ладно. Ладно, мы делаем... Можно так сказать, освобождаем этого пацана. Почему он, ну, конечно, в форме зэка, я не знаю. Вот это вот мне интереснее больше всего. Это типа то же самое, что в Counter-Blocks. Когда они такие же. Ну ладно, вот такой вот у нас получился видос про эту игру. Кому понравилось, может поставить лайк, но я не знаю. Конечно. Много ли людей будет смотреть этот видос, потому что все же как-никак режим не популярный. Но все равно не поскупитесь на лайк, если вам видосик понравился. Всем спасибо, с вами был Джон Кобра. Всем до скорой встречи.